нашу на этот сет. Так, что-то запустилось. Заставка? Что-то я не понял. Короче, я не понял, что-то произошло непонятное. Мне показывает просто, что поток не идет. Ну, наверное, сейчас все получится. Я же там перезапустил звуковой как бы плагин, он, видимо, перезагрузился. В общем, снизу справа бирюзовый процесс HTTV Tech. Играет он через застройку внизу на натурале. А против него играет Angel Wings The Gazoo. Но худ The Gazoo. Ну, я так понимаю, The Gazoo. Там его даже менеджер оппонентов так называл, поэтому я тоже так буду делать. Тут злобный дрон мешал ставить кибернетку. Так, ну только что все работало, а теперь наоборот. Ну, перезапустить что ли заново, что ли? Ну, вроде 2 минуты еще не прошло. Так что... Наверное, заработает сейчас. Так, а тут, видите, просто заблочил третью нычку. Зергу. Да, я смотрю, поток пошел вроде как. Сейчас проверю. На сайтах-то заработало. Да, вот YouTube я вижу зелененький. Twitch вроде пошел грузиться. Ну, наверное... на ГГ тоже заработало все. Так. Ну, смотри, что-то происходит. Тут даже, видите, кибернетку заказал. Вейтех. Напоминаю, почему выгодно заказывать кибернетку. Потому что на ней 50 хитпоинтов больше на ней, чем на... чем на гидте, поэтому выгоднее ее заказывать. Видите, даже не стал ее отменять. Видите, уже такие проблемы у зерга начались. А всего-то один адепт пришел и застройка из кибернетки. Ну, я бы не знаю, я бы еще подрался бы вокруг, тут походил. Тут еще прикольное место как раз, чтобы между пилоном и кибернетом стоять. А так, мне кажется, слишком уж сильно вложился, мне кажется, в этот стоп. Так, а тут вообще, походу... А, вот тут вот такой проход. Ну, какая-то застройка, мне такая не очень нравится. Особенно то, что вот так вот exposed кибернетка. По-моему, это не норм. Так. Ну, смотрим, что тут зерк только вот, видите, сейчас поставил третью. Из-за этого у него, я тут смотрю, накопился газ, я так понимаю. Так, а что делает Кротос? У него откроются имморталы. Уже, видите, добавляет газы, потому что пролетел недавно Оверлорд. Оверлорд пролетел, значит, надо доказывать. И видим какой-то sort of Sentry Mortal, что ли, будет какой-то такой поздний. Но что-то я не вижу главного лотвовского здания протисов. Это Twilight Council, в котором заказываются глефы на адептов. Это меня немножко смущает. Видим какой-то супер антитайминг такой хитрый. О, смотрите, уже с мувом Оверлорда сейчас опять залетит, видимо. Так, и дома заказано 1 000 000 собак. Видимо, будет такой 2 бейзик. Немного странный. Если не сказать больше. Кстати, можно попробовать как-то с этим застройкой как-нибудь так сделать, чтобы... Ой-ой-ой, ну тут очень опасно. Ходит прямо посередине. Сейчас пойдут... сейчас беллинги будут вкатываться и получится по башке. Протос.
смотрите, по башке получает, бам-бам-бам. Один только иммортал остался. И он даже, он не остался, и он его тоже зажали. Не успел, не дождался призма. Так, спасает все, что мог спасти Протос. И оказывается в очень плохом каком-то положении. Так, там в заказе плюс один на коготь. Дронов уже больше, наверное, десяток. О, макрохлата. Еще там миллион собак заказано. И будет Беллингбастер тут. Своего оппонента. Вверх. Так, тут Ботиканик разделась. А, решил домой вернуться, отбиваться. Ну, посмотрим. Правда, я бы так, наверное, не делал бы. Присплит пошел тут уже заранее. Ну, просто присплит против собак — это плохое решение. Надо было тут, наверное, просто на рампе заставиться. Съедать миллион адептов. Вот он уже сплить надо, да. Ну, я не знаю, что он тут делает без глефов. Абсолютно мне непонятно. Без глефов все-таки это не адепт, а какой-то... Как, не знаю, машина без четвертого колеса. Не настолько страшно, в общем. Так, и призма теряется. Вот, вот он, Twilight Console. Полезное здание. А тут бегут собаки драться с дилутами. Он тут, конечно, сожрется. То, что уже плюс один есть у них, а у дилутов никаких грядов нету. Так, дома я смотрю, у него там строятся каталки. И плюс два на коготь уже. Не, понимаешь, адмирал, я сказал, что главное протосское здание Лотва. Таршайн — это протосское здание вообще. Так, а тут, смотри, сейчас будет дроп на мейн. Только что-то без беллингов. Я думаю, тут будет, типа, как вот любит сейчас модно, три беллинга, это два пса. Ну, так вот спокойно сидит на трех базах, строит уже гидроден, я тут вижу. И дальность. Так, высаживаются тут дроповые собаки. Ух ты. Что-то в тумане войны видно. Вот это вот. Так, ну, пошла нарезка рабов. Все собаки. Бам-бам-бам. Так, ну и в лоб тут прогрызают все. Дотекание бежит. Дарджайн строится, правда. Интересно, что будет с Дарджайном, получится или нет. Ну, Зерк как-то не хочет что-то затягивать игру, я смотрю. Четвертую не ставит даже. Хочет вот того, что есть, того, что имеет, как-то допушить. И сейчас будет драться с плюс 2 на коготь, с... адептами и одним имморталом с нулем гридов. В общем, элегантная какая-то стратегия, это не сработала и не впечатлил меня совсем что-то. Видимо, она была рассчитана на более ранний тайминг, что ли. Обратил внимание, что здесь дар, аверсира завертел и ГГ пишет. 0-1 счет становится. Так, у меня что-то все подвисло еще. Так, поехали. Следующий сет у нас на карте Апофеоз.
апофеоз. На апофеозе у нас играет Секси Дрон. Против него Тидус FF. Так. FF. Тидус FF. Вообще все пропали с чата. Так, в самое удачное время я напомнили насчет переноса одного матча. Куда все пропали? А, ну вот, я могу его... Нет, не могу. Во, так я могу. Да, что там плохо все. Так. Так, появился новый менеджер. Вот появился следующий игрок даже. Наконец-то. Наконец-то.
Так, одного я пса, короче, упускаю. Так. Так, опять какая-то приколюха с рандомами там всякими. Так, все равно пролез тут один игрок. Что-то я не понимаю, немного неадекватен, наверное. Ну, будет лагать, то полетит. Так, счет 1-0 в пользу команды Angel Wings. Отыгрывается сейчас будет фиолетовый зерк команды HTT. HTT Sexy Drone, он же дрон. Он же Tremble Drone, или как-то так был у него ник. Одно время. Ему противостоит красный протос Angel Wings Tidus. Вот. У него там хотел он играть за рандом почему-то. Но так как на сайте было написано, что он протес, мы попросили его вежливо поменять расу. Ну, я всегда всем говорю, что на самом деле рандомных игроков не существует. Это должно быть всем понятно, кто хоть немножко играет в StarCraft. Потому что все рандомные игроки на самом деле это протосалынеры. Вот. Других вариантов обычно не бывает. Ну, то есть, у них вот максимальный результат, который они могут показать, они могут показать только вот за эту расу и вот обычно алыными чузами. И все как бы. То есть именно натуральных рандомов, которые одинаково могут играть за все расы, нет, это 100%. А те, кто могут выполнять какие-то интересные стратегии больше, чем на 5 минут, тем более. Так, тут мы можем видеть, что рандомный игрок Tidus застраивается через мейн на тут вот на апофеозе. Sexy Drone спокойно спокойно проскатил все дрончиком и знает, что его не фотонит, и расслабился. И еще заныкал дрончика на мейне. Вот вам зерги на заметку. Хороший скаут. Насчет этого я всегда напоминаю, что самый успешный СНГ зерк Димага всегда скаутил дроном и не обламывался. Тут что-то какой-то не очень контроль адептом, а уже по идее должен бежать сюда куда-то. Вот, и вот видно сразу протос в лот поиграл. У него строится важное здание уже прямо после кибернетки.
Так, ну тут все проскаутил. Дрон практически вот осталось посмотреть на Твилайт и на Роба. Это вообще прикол. Как бы сразу понятно становится, в чем тут будет прикол, по-моему. Уже видите, даже бустятся глефы. Так, посмотрим чатики. Кавра ничего особо нет. Так, смотрим, собаки бегают по округе, смотрят прокси, видимо. Давайте посмотрим на их ралли-поинты. А, вот видите, какие ралли-поинты. И призма уже готовится. А тут добавляются гиты. Тут пока что 4 гитов начнет свою тему Протос. Так, много тут собаков. Так, и прям через центр летит призмой. Можно, в принципе, за ней прям следить, и она ничего не сможет ворпануть. Так, эверчардж. Так, и вот прям тут варпается. Тут Протис. 2 адепта пока всего. А, вот, и тут будет еще передроп на мейн, я смотрю. Вот, кстати, важный тут был байт на оверчардж, потому что будет меньше оверчарджей на мейне. Так, ну и видит прям сексидрон, что к нему летит призма через этого бегающего линга. Так, смотрим, как будет отбивать тут за дроп. Поехали кататься в пробке. А здесь адепты высадились. Глефы готовы. Ну и пошла тут жара. И на мейн пошло 3 адепта. Собаки начинают драться. У них плюс 1 скоро будет. Так, и на мейн тут самая большая куча адептов варпается. Ой-ой-ой, сейчас Квина умрет. Квина умирает. Тут моются рабы. А тут нажирает просто по жести дронов. Секси дрон пока что, кстати говоря, своих дронов не потерял, ни одного зерк. Ну, там что-то убивает на мейне, пытается. Так, секси дрон, я смотрю, тут дождался плюс один и начинает все тут грызть. То есть видите, в принципе, я так понимаю, без плюс один поприятнее драться с адептами и зергом. Ой, тут правда сейчас пул будет потерян. Конечно, неожиданно и очень неприятно. И еще вот неприятно то, что тут нету криптумора. Неудобно тут бегать. Ну, нанес урон тут Протосу. Сексидрон тоже не особо не последний. Но тут, конечно, проблема в том, что призма до сих пор жива и варпает. Пошли уже потери рабов. На третью они там катались. И прикол-то в том, что варпы не заканчиваются. Варпы не заканчиваются. А собаки заканчиваются. 6 собак всего осталось. Где-то они еще спрятались. Да, все строится, все строится. 32 собаки в продакшене. Так, что он тут? Неужели потеряет мейн? Ну, я сомневаюсь. Так, вот, собаки появились. Здесь один есть. Ой, ну вот это вот было немножко грязновато сделано. Только площадь уменьшилась. Охвата. Так, собаки добежали до адептов на мейне. Плюс один собаки, это хороший юнит. Так, и квины тут подбегают. Будут фокусить сейчас призму. Призма все-таки улетает. И у зерга 4 хаты. Протус 2.
никакого тека нет. Ни фаржи, ни там психушки, ничего. То есть он просто думал, что он с этого залынет и все. Ну вот это как бы просто лишнее подтверждение моих слов в начале игры про рандома. И че, он еще и призму, что ли, потерял? Что за жесть? Серьезно? Потерял призму еще. Ужас какой-то. Эх, что-то тяжело как-то. Тяжело такое иногда. Иногда кастить. Ну, что поделать. Так, ну, дрон решил не останавливаться на достигнуто, поставил еще пятую хату. А тут третий пытается установить протос. Так. Забейтил на оверчардж. Тут проход занят. Ну, кстати, не факт, что на халде. Сейчас посмотрим. Так, я попью немножко с вашего разрешения. Решил тут. Стоит призма. Так. А, неправильно поставил адепта. Так, опять тут нарезка рабов. Плюс один есть, плюс один нарезка достаточно быстрая. Ну, немножко так поубивал. Новая призма вылетает у протоса. Ну, если вы не поняли, в принципе, сейчас агония такая вот у протоса сейчас происходит. Потому что, я не знаю, там... Ну, да, вот видите, пошел тоже не самое последнее здание у рейтингового протоса. Дорк Шуройн. И две фаржи Е. Две фаржи Е. Так. Тут какая-то куча собак собралась. Так, это Оверлорд. Так, еще один оверчард очередной. Защищает свою золотую локацию. Так, а тут бежит. Призма. Даршайн, кстати, готов. Варп прям под спорку трех адептов. А что тут дарков-то нет, где дарки-то? Так, призма сейчас потеряна будет, походу. Ой-ой-ой, успел улететь, там на одном вытерлять буквально. Так, три адепта пытались что-то сделать, но у них ничего не вышло. Все-таки добил, смотрите, какой настойчивый сексидрон. Добил все-таки призму. И приходится заказывать уже третью призму в эту игру, в этой игре. Так, ну я надеюсь, с этого раза... Ну, правда, я уже не знаю, что надеться тут как-то. Да, то сначала упал инет, то еще потом эта ошибка БС вылезла дебильная. Так.
Так, ну... Ну вот, пошел поток. Какая-то вообще... Фигня происходит с инетом. Ну, вообще, со стримом в целом, не только с инетом. Ну, не знаю, я погуглил, в общем, вот эту ошибку свою, да? Там у какого-то чувака она вылезала, когда он играл в Копр Кубы. И... Он... Там ему отписался админ, что это фиксится. Типа захват через... через окно юзаешь. Вот, надо, типа... Через захват игры, то есть, который через, как сказать там, короче, который захватывает прям с видюхи. Короче, что-то сегодня эти самые менеджеры Angel Wings, что-то они, в общем, не до конца исполняют свои обязанности. Не хотят со мной разговаривать. Что-то, в общем, вообще очень жесткая какая-то затыка уже. 5 минут сидим, ждем. В общем, ждем оппонента. Некий Терн Ти должен быть. Вначале у нас тут был разговор, что какие-то там проблемы с ним. Так, я тут пытаюсь мультитаскить, еще и переношу матч.
Так, ставим вопрос. Прямо. Как-то я не знаю, просто вот этот, что один менеджер Vivo, что второй менеджер Ads куда-то вообще пропали, ничего не говорят. Я, конечно, могу посмотреть вот этот вот, то, что мы там обсуждали, что вот там Ти, что-то там его там нету, что-то такое, но переспрашивать-то надо все равно, блин. Непонятно, короче. Пацаны немного неответственны. Вот, только сейчас появился. Почему нельзя было сразу сказать, я не понимаю. Что вот чувак подходит. Вот видите, я ж правильно сделал, что все-таки подождал, пока они ответят. А то, блин, выдумывают какую-то хрень. Так, все, оба готовы. Поехали. Так. Счет у нас 1-1, напоминаю. Карта KXXJONG Station LE. Зеленый Terra на HTT Fable играет от нас в этом сете. Красный Terra Angel Wings T ему противостоит. Открывается он с заглушки для риперов. Так. Ну а барак что-то не подстроил туда. Странно, обычно, по-моему, еще и барак туда ставят. Полумера какая-то. Так, а тут смотрите, очень быстрые два газа. И тут то же самое. Будут, короче, быстрые факта. Какие-нибудь там гелионы, наверное. Так, короче, я запустил с другим кодировщиком, может быть, поможет. Так, ну, смотрим, тут вот Тиз нарубил 3 КСМ-ки. Так, тут побольше получилось нарезать, но и потеряно было больше юнитов у Фейбла. Так, а тут, собственно, банша от Фейбла пролетает. Тут, правда, неприятно, что... Никого нету. Кроме одной КСМ-ки. Ой, а тут равен, смотрите. Ой-ой-ой. Сейчас циклон убьет баншу. Чаль. Так, а здесь пролетает баньша, в свою очередь, от Ти. Интересно, такой ТВТ, я такого плана не видел. Чтобы прям баньши и циклоны и все такое. Ой-ой-ой, улетает баньша. Так, а здесь еще одна большая отдыхает. Так, нету скана. Ой-ой-ой, теряется циклон. Так, выехала из рейнджа. Теперь поймал. Ой-ой-ой, можно танк потерять. Аккуратно, алло. Да, это минус танк.
можно улетать домой. Очень неплохие тут результаты достигает эта ваньша. Уже, смотрите, 11 киллов на ней, жесть. Да, и в итоге по КСМкам сильно впереди выходит Ти. У него тут 32 штуки, а у Фейбла 24. Так, вот эта вот минка тут до сих пор тусует. Опасная такая. Так, третья цеха тут строится у обоих игроков, кстати говоря. Да, ну конечно ситуация не очень приятная. Еще Фейбл что-то решил не строить практически КСМок. Так, и тут, смотрите, идет под пуш, два танковака, три Рейвена еще, ой, три Витинга, еще и Рейвен. Жесткий под пуш, а то тут будет он зониться. И я не знаю, как это будет отбивать Фейбл. О, баньша тут начала дурака валять. Да, ну с Рейвена это вообще жестко получается под пуш. О, туретки еще. Ну уже сейчас можно прям выиграть. Прям сейчас вот минус два танка на туретках. Или два. Ой-ой-ой, циклон сейчас перепорнет еще. Сейчас бам будет. Кстати, да, с циклонами это неплохо бы отбилось, но видите, там один циклон всего остался. О, невидимая большая. Ну, правда, тут Рейвен. Надо мучить. Убирает большая. Кстати, может, было прикольно бы с контролем кинуть под дефт, так пил. И последний выстрел бы циклона отменился. Ну, в общем, тут пытается как-то выжить Фейбл, но у него ничего не получится, по идее. Опять туретка пошла. Ну вот кое-как прогнал, но проблема в том, что 21 боевой лимит у Фейбла, 68 у Ти. Рабов тоже больше у Ти, он занимает третью локацию уже. А сейчас еще прилетит дроп с мариками. Так, да, прилетает тут дропчик. Стим-то есть, да, есть стимы, щиты есть. Ой, жесть какая-то получается. Загон такой для КСМа получился. Так, и улетает спокойно себе домой. Thanks. Мины, кстати, до сих пор торчит. И опять возвращается в дроп. Ну, кстати, попробует дофокусить факту. Что и делает. Красный Теран, минус факта, минус газ. И убегает. Правда, очень нагло вот этот был подбор. Из-за этого один медвак сдох. Но это ничего страшного. Для Ти у него лимит в 3 раза больше, чем у Фейбла. КСМ в 1,5 раза больше. Так, ну и тут, видимо, решил ставить точку уже. Так.
Да. Прикол, ты застопал армию. Ну, а походу это УБС опять завис, походу. Так, я опять перезапустил стрим. Фиг знает, получится, нет. Я уже передобавил игру. Кодировщик стоит. Ну, стандартный. Так, что-то Нуклар, походу, опять баги с добавлением в нет. Не знаю, поможет это или нет. Ну, в общем, надо как-то сидеть и StarCraft стримить и проверять, в чем трабл. Так, вот, добавился тут. К нам. Ну, Клар, так, и все готовы, поехали. Так. Ну, будем смотреть, что... Будет лагать, нет? Я, к сожалению, не очень понимаю, что такого поменялось в связи с переустановкой Windows, я не очень понимаю. У меня точно так же стоят дрова через GeForce Experience установленные. Все остальное то же самое. Попробуешь разве что поставить дрова на чипсет принудительно. Ну, как бы пишет ошибку именно то, что перезагружается драйвер видюхи. Так что как бы, чипсет, наверное, не сильно будет... Скорее всего, не повлияет на это дело. Короче, непонятно. Перед эйсом можно попробовать успеть грузануться. Ну, я думаю, тоже не повлияет. У нас, в общем, ПВТ. Карты Galactic Process. Angel Wings Infinity. Респанс снизу, сверху справа на часе. Бирюзовый протос HT Nuclear. Респанс снизу слева. На 7 часа. Пробка уже поехала разведывать. А тут всю разведочную работу, видимо, проделает Reaper.
Такс. Ну, приезжает Протос, видит, что застройки нет. Удивляется, ставит Нексус. Кстати, я не понимаю, какое моральное право есть у тиранов не строить инженерку на натурале у Протосов. Это просто, я не знаю, какие-то очень благосклонные люди. Не хочет, да, не хочет дать поставить газ. А, да, видите, запуливает свой собственный. Так, убегает пробка живой, причем. Видит бухмарик, можно отменять. А, он даже проскаутит все это дело. Thanks. Что тут интересного? Тут интересно стоят пилоны. Интересно, тут нельзя пробежать риперу, например. Так, ну вот, что он заскаутил тут. Ну-ка, давайте посмотрим. Он заскаутил, что тут есть 4 марика уже. Заскаутил, что что-то изучалось в факторке. Ну, не знаю, сложил ли он эти все факты в то, что к нему будет дроп минок, я не знаю, поэтому мы можем лишь надеяться. Ну, сейчас посмотрим, по идее, сейчас по нему бахнет минка. Да, бахнула минка. Минус, минус адепт. Один из двух боевых юнитов на карте от Протоса. И сейчас полетит дроп. Кстати говоря, гелион тут, смотрите, жесткий. Надо поставить пилон на натурал. То без этого будет сложно. Сейчас, смотрите, гелион забежит. Вот он, гелион. А тут рабов решил стакнуть нуклар. Это очень печально. А, вот, смотрите, классно. Зажал почти. В общем, почти зажал гелиона, но не зажал. Гелион убил одну пробку. Отменил что-то адепта из космопорта. Потому что я... Нет, где-то он бегает. Нет, не бегает. Так, оверчардж пошел. Второй оверчардж тоже есть. Надо кидать второй оверчардж. Ух ты, успел выстрелить по минке. Минка прям на рейнже закопалась. Неудачно, конечно, получилось. Ну, открываются гейты. Даже, видите, отменил там сталкера. Как-то очень неудачно получилось у Нуквара с заказом юнитов до варпа. Он, получается, сделал только одного адепта. Так, ну, пытаться сейчас будет прогнать как-то кучу мариков и гелиона без оверчарта. Это достаточно нетривиальная задача. Ой-ой-ой, теряется. Нет, не теряется. Так, надо его обратно доснуть, чтобы они не фокусили. Четвертый сталкер появляется. Там уже полупробитая хата. Интересный такой пуш. Ой-ой-ой, минус, минус сталкер. Ну, еще добавляется. Ну, конечно, он подобьется, но это будет жестко. Так, еще одного сталкера надо добыть. Не хочет контролировать тварь. А, вот. Пощадил, короче, сталкера Теран. Ну, в общем, что я могу сказать. Огромное количество майнинг тайма забрал Протос. Забрал там пару юнитов. Давайте посмотрим. Одну пробку, правда, всего. Ну, посмотрим, как это скажется на игре. Но, по идее, я считаю, начало за Тераном. Ну, Протос не сильно, не прям, капец, отвратительно отбился. Ну и не идеально. Короче, летит тут опс, я смотрю. Увидел он, что циклон тут гоняет. Так, и он видит прям весь продакшн. Видит, что стимпак и щиты пока в продакшн. И пошла третья хата. Тут
вторая инженерка добавилась, кстати говоря, и еще два барака. Ой-ой-ой-ой, прям в край рейнджа туретки попал, опс. Неудачно, конечно. Так, смотрим, говорит, да, тут блинк есть, слушайте. Интересно, сейчас будет блинк пытаться сделать как-то. Кстати, вот эта вот очень жесткая минка, вообще, по-моему, никак не спалишь практически. Сейчас будет пытаться тут развлечь как-то оппонент своего блинк-сталкера. Кстати, да, слушайте, такая хорошая карта под блинк. Тут смотрите, какое огромное пространство, куда можно блинкануть. И сейчас будет минус циклон сразу. Так, и можно скаутить, да. Фокси, в смысле. Steam, минус щиты, видимо. Так, и домой. Прикольно. Взял, забрал. Ну, там потеряно было 3 сталкера все за это дело. И просто отодвинул жизненно важные гриды на 5000 миллионов лет. И теперь будет развлекать адептами. Потому что к тому же еще циклон забрали. Третья нычка встала. Вот я считаю, в принципе, выровнял ситуацию нуклар более-менее. Вот тут, кстати, теперь опасно стало летать тут в этой мины, потому что пробитая призма ваншотница об нее. Так, скаутит тут сканом Террен третью нычку. И сейчас вот эта вот притма по лезвию бритвы бегает. Можно попасться прямо в минку в эту. Так, я слышу, где-то закопалась минка, а вот она. Так, заказ занимает третью нычку Террен. Я так понимаю, он будет ее прикрывать. Не получится ее там надропать. Ой-ой-ой. Ну да. Так, и теперь на мейн. А на мейне, кстати, нету. А, он подумал, что там медваки что-то есть. Так, сейчас умрет. Умрет призма. Нет, не умерла. Жесть. Я вообще не понял. Это из-за того, что рейндж такой кривой. А, понятно, смотрите. Вот то есть этот минка видит вот такой рейндж примерно. То есть вот эта фигня помешала увидеть призму нормально. Потому что видите, вот рейндж аж до сюда достает. Так. Вот видите. Он покрывает эту фигню. Ой-ой-ой, сейчас опять опасно. Ой-ой-ой-ой, фу, там жесть была полная. Если вы не обратили внимание, прям наводилась уже минка, но не навелась до конца. Так, и тут идет пуш, смотрите, жесткий пуш. Тут 1-1 есть, Steam доделывается. Щиты уже, по-моему, есть, да? Вот, все, щиты есть, 2 минки, 3 медвака. Скан пошел, сейчас будет драться с колоссами. Ой, и не контролит нифига нуклар, переконтролит там дропами, и это, по-моему, 3-1. Я не знаю, как тут отбиваться. Тут можно попытаться на как-то защитить, но это очень жесткий пуш. Причем, как бы, прикол в том, что нуклар его сильно отодвинул, и все равно не получилось у него отбиться. Вот такой какой-то вот у него стиль через колоссов. Не очень оправдался в этот раз. Минус пилон. Ну, может, тут отобьется, но потом, сами понимаете, затащить из такой передряги очень тяжко будет. Еще колосс вышел. Ну, я, кстати, не знаю, зачем в ПВТ играть в колоссов. Мне не очень понятно. Сейчас же их и там нерфанули и так далее. И у него и Twilight был к тому же. Вот, ну и тут вот эта вот куча уже точно поставит точку, мне кажется. Тут уже, смотрите, 17 боевого лимит на 91.